обыкновенный камень. Кажется, у меня на спине паук. Может, хватит уже? Это просто листок. Поверни спиной. Листок. Я же сказала. Надо найти безопасное место для ночлега. Безопасное? Безопасное? Мы с тобой в джунглях. Когда люди говорят, чем дальше в лес, они имеют в виду что-то очень нехорошее. Слушай, неприятно тебя огорчить, но это среда обитания нашего вида. Эй, не надо мне говорить о природе. Я смотрю в мире животных. Я все знаю о цепочке питания. Ты видела? Видела? Здесь я просто закуска. Не более чем гранатый пирожок. Поэтому мы остаемся на деревьях, а не на земле. После вас. О, нет, только не это. Нет, нет, мне будет спокойнее в чем-то сделанном руками человека. Эй, может быть туда? Поверить не могу, что придется тащить туда твой неуклюжий зад. Тащить мой зад? Смотри и учись. О! Голубчик, подожди. Эй, а! Ой! Ну и кто чей зад тащит, а? Ха-ха, очень смешно. Ну и кому нужно летать? Птицам. Птицам нужно летать. Полет – это свобода и полная независимость абсолютно от всех. Что скажешь? Ну, не знаю. Как-то это тоскливо. Давай спать. Я, наверное, еще много посижу. Я вот оживу по времени Миннесоты. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе, Линда. Простите, сэр, не видели мою птицу?